Как сообщили в городском отделе ЖКХ, всего в городе имеется 24 фонтана. Все они находятся в исправном состоянии. Запустили в работу пока не все, а только 20. На остальных сейчас проводят пусконаладочные работы. В этом году, как и в прошлом, текущим содержанием фонтанов занимается ТО «Стройдвор». К обслуживанию они приступили 1 мая. В Кустанае постепенно начали оживать фонтаны, но сегодня полюбоваться красотой работающих фонтанов, отдыхающих в парках и скверах, не удалось. Все дело в ветре. Как пояснили в ЖКХ, в такую погоду фонтаны отключают, потому что ветер мешает его нормальной работе. А вот 4 плавающих фонтана, которые находятся на реке Тобол, будут подключать еще позже, приблизительно к 20 мая, когда окончательно наступят теплые дни. Также в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства отметили, что фонтаны созданы для того, чтобы их созерцать, а вот купаться и мочить ноги в них нельзя, так как оборудование фонтанов, фонари и погружные насосы находятся под высоким напряжением. На текущее содержание и ремонт фонтанов в этом году из бюджета было выделено 34 миллиона тенге. В обязанности обслуживающей организации входит устранение всех неполадок после зимы и наведение порядка. Кроме того, вода в фонтанах не проточная, она циркулирует по кругу. Для того, чтобы там не развивались микробы и она не цвела, обслуживающая организация добавляет в жидкость химические вещества. Хамза Нурпиисов, Алия Досмагамбетова, РТН.